Блин, сделайте так, чтобы это можно было показывать. Что для архитекторов дизайнерская фишка, для Александра Высокинского – брак. Модные нынче конструкции под ржавчину мэру показались непокрашенными, а каменная плитка в сравнении с гранитной – ненадежной. Досталась и деревянным элементам. Скорее всего, надо будет менять на корабельную доску палубную, для того, чтобы это, ну, хоть как-то дольше простояло. И когда мы ставим в проект сосну, не бук или там что-то еще, но нужно понимать, что зимой это все разморозит. Раскритиковав реконструкцию набережной и сети, глава поручил завершить работы в течение месяца, хотя строители рассчитывали минимум на сентябрь. Возражения мэр не слушает, идет дальше. Другие парки и скверы, которые решено благоустроить. Там заменят лавочки, переложат тропинки и, возможно, обновят деревья, чтобы это было не только красиво, но и полезно для здоровья города. Растение должно иметь свою функцию в городском хозяйстве и работать не только на красоту, на зрительное восприятие, а прежде всего на эффективность. Именно поэтому в ближайшие годы будет заново благоустроен бульвар Грибоедова. Старые тополя тут заменят на молоденькие яблони и липы. А вот в сквере МЖК на ЖБИ, наоборот, решено сохранить старую стилистику. Центр зоны отдыха, амфитеатр останется прежним, но станет многофункциональным. Что мы должны будем провести здесь инженерные работы по подключению электросетей сюда. То есть эти все башни должны быть с подсветками. В одной из этих башен будет находиться пульт для подключения оборудования, звукооборудования. И на этом амфитеатре мы планируем проведение праздника. Территорией для всех должен стать и сквер на улице Бардина. Здесь планируют сделать несколько детских и спортивных площадок. Но маленьким горожанам, похоже, нужно совсем другое. Здорово. Что в парке будем делать? А? Старшие же выступают за сохранение традиции. Мы сейчас пытались рассуждать. У нас народ, он с какого начинается? С двух лет? Совершенно правильно. Значит, делаем детские площадки. Делать. Мое предложение делать. Учесть мнение каждого горожанина, конечно, не получится. Но по словам властей, именно так появляются проекты, которые по нраву большинству. Первые результаты обновлений жители смогут увидеть уже ко дню города. Дмитрий Сгагин, главные новости Екатеринбурга.